режим чрезвычайной ситуации снимут в городе Ридере, Восточно-Казахстанской области. Такое распоряжение дал глава региона Даниил Ахметов. Напомню, из-за частых аварий на местной ТЭЦ неоднократно объявлялся режим ЧС техногенного характера. Он сохранялся с 19 января после пожара на теплоэлектростанции. По информации областного акимата, сейчас станция работает в штатном режиме. В ближайшее время новые владельцы предприятия должны предоставить график необходимых ремонтных работ. Решается и вопрос с погашением задолженности перед поставщиками твердого топлива. Предыдущие собственники Ридер ТЭЦ задолжали больше миллиарда тенге угольному разрезу Аражира.